Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1342. События дня. Псалом 119:6. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен. Но только заговорю, они к войне. Вот обращение. Можно прочитать, принять какое-то решение. Просто притормозите, чтобы прочитать можно было.
Вот еще есть такое. Я выписал кое-что, остальное стер, там ругательство, не понимает, о чем речь идет. Это ролики, где мы были, встреча с шахматом Алексеем Викторовичем. Вот. Показал. День, какой вчера преображение был. Литургия. После этого я вышел собрание на улице. Сказал, чтобы 12 машин приготовили. Выехать на шлюз. Показать, что мы делали. И с бреднем пройти, и рыба, которая будет, заберете, и сети. Так все и было заснято. Только вернулись, сразу занятия. Это воскресенье было. А здесь точно так же. Собрались проверять сети. Подошел тут мальчик 12-летний, Илюша. Ему разрешили с нами поехать. Тоже все засняли. Днем там, когда возвращались,
на велосипедах после богослужения. Никита Устинов ко мне подъехал и говорит: а там чья яблоня на Павлову, где Никита был, усадьба? Ну, чей дом того и, то есть наша. А можно я поем? Можно. Ну, я уже забыл про яблоню. Поехал туда, собрал все падалицы, на полу лежит, сестре отдал. А потом Володя сказал, лестницу принесли и обобрали. Ну, в общем, около 40 килограмм эти литров. Набрали, потом перебрал. Два сразу ведерка отправили в Барнаул болящим. Ну и тут остальное тут порезать, выдавливать вначале мы червей. Вот. Много времени это отнимает. Ну, хорошо, все. Такой прошел прекрасный день. И дождик начался, и всю ночь, видимо, крапал. Все.